Я не пойду на пресс-конференцию, это точно совершенно. Не пригласили? Нет, не пригласили. Ну, меня не пригласят. Это совершенно понятно, что я не вписываюсь. При том, что я вам должен сказать, что когда у меня был день рождения, ну, как обычно, 1 апреля, то я получил уже от президента Путина такую телеграмму, что я ее специально отложил, потому что, ну, это был такой гимн, вот, мою честь, какой я журналист, да что я сделал, да все такое прочее, это, между прочим, не юбилей, не круглая дата никакая. То есть, с одной стороны, он, конечно, меня знает и, очевидно, ценит, но, с другой стороны, он отлично понимает, что меня звать на пресс-конференцию не надо. Понятно почему, потому что обязательно я задам не тот вопрос, который надо задавать. Это раз. А программа с Щедриным мне очень понравилась. А это было сплошное удовольствие разговаривать с таким тонким, умным и честным человеком. Было пара моментов, когда я очень боялся задавать вопрос, потому что вопрос был, эти два вопроса были, ну, очень интимного характера, и он блестяще с этим справился. Я еще раз говорю, кстати, посмотрите в воскресенье, ну, если у вас желание, время, будет программа с Улицкой. Очень, очень интересная программа. Вот, так что я очень доволен.